Ты что, смотри. И я в белом прямо как на свадьбу. Ульянчик. Здравствуйте, салют. Иди дай дяде денежки. Ой, извините, я обозналась. Ничего, так бывает. Под хорошую музыку можно и обознаться. По-любому. Спасибо. И тихим голосом поет. Да-да-дам-дам-дам-дам-дам. О, ты что, процесс идет, уже люди цибулю покупают, елки-палки, правильно? Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья, сегодня мы с девочками вышли таки на базар. И я оделся, что еще тот жених. Что? Что нам надо? Нет. Короче, фиалку едем на стройку. Что там? Жених. Найди еще, да, дяде, дай денежку. Скажи, что вы хорошо такие играете, замечательно поете, великолепно курите. У нас сегодня события, ребята, короче, вчера приехали окна, сегодня будут устанавливать. Ты что? Сейчас сделаем красиво, возьмем все, что надо на гороховый вкусный супчик, правильно? И поедем готовить, сделаем ребятам, мастерам очень таки приятно. А не нам, а мы им. Катя, ты что, пришибленная солнцем, елки-палки, ты жарко, хоть поздоровалась? Жарко, конечно, да. Та носи фури, Каталины Маршал. Мы из Украины. Вот, так и так, гай-гуй, поехали. Стоит себе там то ли от музыки очаровательная, то ли смотрю, солнцем. Смотрю, какой ты у меня красивый, белый, пушистый весь, чистый. Идем до Светочки, зайдем, узнаем, короче, ребята. Мы с фиалкой ходим парой. Пошли, узнаем, давайте. Что там надо, посадить, досадить ее или удобрить. Идем, пока Света ничего не делает. Здрасте, кто крайне, можно к вам? Елки ты, палки, у вас тут. Доброе утро. Приятно. А я не просто так, я с девочками пришел. Еще и вашу девочку принес фиалочка. Светочка, ты нам расскажи, покажи. Что с ней делать? Вот что с ней делать? Не, мы вообще ее принесли вам. Да, что ее надо подсыпать, грунт пересыпать. Да, не, ничего, просто подсыпать грунта, потому что она все съела. А, вот я так и сказала, что... Все вот эти веточки подсыпать грунта. Но я, конечно, поухаживаю, оставляйте. Ты что? На обратном пути. Я вчера съела. Я вас начинаю путать, у оператора тоже почти такое платье. Обрезала листочки вот эти, которые сухие. Ага. Но потом смотрю, что она чуть-чуть как будто бы вот это самое. Говорю, так, надо ее отнести Свете, спросить, что надо делать. Ребята, долго говорить не будем, короче, Света, королева фиалок в Одессе. Что? Я сейчас ее просто подсыпаю. Ага. А вот уже когда спадет жара, то ей бы обновить корневую, это вытащить пол грунта, снести. Там мы к тебе еще раз придем, все будет нормально. Я смотри, потому мама дорогая. Вот эти вот желтенькие, вот это вот, это говорит о том, что у нее проблема с корнями, их нет. Вот. Но надо сейчас, нарастить. Сейчас жарко и глобальная такая пересадка. Ну, пока не нужно. Ребята, кому надо, Катюня, ну-ка наведи вот сюда. Не, может надо кому, как это, консультация, пишите Свете в Инстаграм, и она вам таки ответит. Это наша, да? Да. Может, она очень по-разному, в разных условиях. Вот они могут вот на разных полочках цвести по-разному. Может быть, потому что ей жарко, боже. Катюша, вот еще одна, смотри. Ты видишь? Смотри, какие они разные. Светочка, но я одни фиалки пеновидные, другие... Вот с этой стороны вообще какая. Вот куда, к какому свету повернуто? Вот это вот к окошку, вот естественное освещение, вот такая вот. А у нас куда не вращай, все время возле котов. Почему? Самая главная фиалочка. Ну что ты показала красоту? А это посмотри. А это вот 2 года без передыха. Без пересадки. И вот это какая? Не без пересадки, а без передыха вот она вечно в цвету. Ты что угорела, елки-палки? Это вот она только начала. Не фиалка, а мать Тереза. Ох, как красивючая какая. Катюня, идем бегом, сейчас весь горох разберут. Мы суп собираемся варить. На базаре? А нам надо старый. А вам старый? А мы хотим суп гороховый сварить сегодня у нас. Света, ну вы так обновились, я смотрю. Кать, вы как всегда ко мне приходите, когда у меня практически... Уже почти ничего нет. Уже почти очередь закончилась. Где вы были во вторник? Суббота — это конец недели уже. Прямо нет. Вторник? А что мы делали? Пол циклировали, не знаю, там. А это какая красота, ё-моё. Это да, она неугомонная. Ульяночка, давай мы маму твою оставим здесь. Пошли сами на базар, правильно? Идем, там столько много вкусного, сейчас что-то там увидишь. Да и за игрушку договоримся. Хотя я все деньги музыканту отдал. Она на фото, на видео не передается. Надо твою маму отсюда выманить сначала. Маму
Света, отпустите Катюню. Пошли. Светочка, спасибо огромное, хорошего дня. Девочки, погнали. Спасибо большое. Да. Вот тебе бы только не забыть. Тебя здесь оставить? А то же мы такие, что можем еще и в следующий вторник вернуться. Когда у тебя всего побольше. Так, идем что-нибудь брать. А? Мама, можешь мне одну маленькую? Так, уйдя. Что я тебе предлагаю? Ага. Взять молодой, да? Картошки. А вот она уже. Ты что, а у тебя что, уже молодая? И морковка здесь есть, и лучок, можем никуда дальше не ходить. Ты что, приехали, и все это возле фиала. Доброе утро. Здрасте, доброе, салют, привет. Здрасте. И что, вы уже здесь? Конечно. Ты что, а ваши пионы у нас такие хорошо прижились. Слава. Да, и не только, там все растет и хорошо. Какая вы многогранная, я понял. Так, Катюня, Гриша, что нам надо, елки-палки. Картошечка, а вот невская, вот эта вот домашняя, по-любому. Вот такую покрупнее на суп гороховый буду варить в афганском казане, еще никто так не делал. Так килограмма полтора хватит, по-любому. Так, морковочка. Цибулька на зажарку, я сейчас возьму. Ульяночка, на, моя помощница, держи, любовь моя. За две ручки. А папа сейчас кинет морковку подешевле. А это подари маме. Да, 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 плюс-минус одинаковые. Ну, чтобы не маленькая была, потому что я все кину вместе с мясом в афганский казан, накрою крышкой, через 15 минут уже будет готово. А его уже помыть надо будет. Ну, я что и говорю, возьми кулечек. Спасибо. Ульяночка, мы потом помоем. Ульяночка, а ты кому сегодня помогаешь, моя хорошая? Давай. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Цибуля по 45, да? Молодая. Прямо загляденье. Так, вот сока хватит. Держи еще один кулечек. Нам надо будет морковочка чисто на зажарочку. Опача. Брынза коровья 160. Сыр 250. Брынза овечья. Моя любимая. Лучшая брынза. Ой, нет, не знаю. Никогда не могу, не научусь. Тебе тяжело? Ну, потерпи, моя хорошая. Сейчас еще чуть-чуть, и я уже буду тебе тоже помогать. Так, и морковочки хватит. Спасибо. А ну-ка вот тримай. Давай цибульку. Не-не-не, ее надо сначала взважить. Ульяночка, не трогай ее, зайка. Ох, и жара сегодня, у тебя градусника нема. Сколько сегодня? 55-27? Ну, жарко очень. Я думаю, что в Израиле прохладнее. Марат, пока не возвращайся. У нас тут очень жарко. Сколько денег она тебе должна? 121 со скидочкой. А ну-ка, бусинка, дай-ка папа в багажник проберется. А ты помоги маме деньги посчитать. О, видишь, как ломанулась? Ах ты, чья ты дочь, елки-палки. Спасибо. Спасибочки. Так, маленький водопой и идем дальше. Поехали. Сейчас ребенок воду пьет. На, положи в карман денежку, будешь папе давать. Она сегодня так пьет, как я вчера пиво. Да уж. Да, это жара виновата. Я вчера так быстренько утолил жажду, что потом не помню, что произошло. Ты не быстренько, всё, до свиданечка. Ты не быстренько утолил. Ты просто... Да тихо, не рассказывай. До свидания. До свидания. Да. А, давай, Ульяночка, не потеряй. Девочки, пошлите, там какая-то очередь образовалась. Нам срочно надо что-то покупать. Тебе срочно туда нужно. Да. Скажи, из овощей все? Да. Вкусный кусочек чего-нибудь копченого. Курочка, может, попадется, колбасочка, не знаю, вот такая, знаешь, маленькая охотничья. Это туда очень даже. Главное, чтобы осталось, Сережка. Потому что а куда ты меня ведешь, если здесь ничего нет? А вот там проход. Почеревочка кусочек, может, прямо именно с обжарочкой обжарить, и потом ляп туда. Ребята, в афганском казане. А? На закрытой крышке. Горох. А ты его замачивать не будешь? В афганском казане. Там все готовится за 15 минут. Что? Поэтому не имеет смысла. Сейчас. Катюня? Ты шо, как пахнет? Клубник. Давай договоримся, что меня в кадре нет, ты показываешь всю эту прелесть. Это же надо видеть, елки-палки. Что ты там меня уже показываешь? Ого, какая черешня. А? По 150. Да уж. Доброе утро. Смотри, как абрикосы разлетаются. Здрасте, здрасте, здрасте. Ёлки-палки, Катя. Хочешь взять абрикосы? А я не знаю, мы сейчас узнаем. Сладкая, антипатия. Ой, все.
что? У ту черешу желтую полезную да надо. Да нет, ты ее не кушаешь. Куда ты ее будешь возить? Красотеля, Ульяна. Катя. Возьми абрикоску лучше. А типа абрикоску я кушаю? Да ладно, что ты как это? Не жадничай. Сварливая бабка, да? А тут зарычала? Ага. Ой, Ляночка, одну. Все, тебе абрикосу, а мне черешу. Вот, а желтая же, она бесподобная сегодня. Просто огромная, мясистая, полезная. От печени помогает. Ты сам? Да. А вот мне килограммчик у той желтой. Абрикоски? Сейчас я черешеньку дам девушке. Хорошо, все, мы ждем, не торопимся. Мы пока просто прицеливаемся. Ульянка, бери вишенку, кушай. Нет, это не вишенка, это ягода. Вот это подешевле бери. Ну это ж подороже. Здрасте. Здрасте. А что, уже настоящая вкусная абрикоса? У нас сегодня все на выбор. Все клиенты свои. Все шикарно. Ох, какая. Ну, почем даже не буду спрашивать. Ага. Ну я не для себя, а для людей. Мне не надо, я людям передам, чтобы знали, почем абрикосы. 150. Сдоговорились. А черешня вот эта желтая? 100, я думал, без дачи, ну нет, придется вам дать сдачу. Давайте килограмм и килограмм. Спелую. Ты хочешь спелую или позеленее? Да, сладенькую. Да, Катю, не абрикосы? Совершенно верно. Ульяночка, не ешь, надо мыть, солнышко. Все, хватит, остановись. Ну, позарите, самым вкусным, как? Да пьет. Ты что? Что? Да я там, это, от арбузов да, уже балдею. Ёлки-палки. Катюша, оставляй ягоду. Да я не тороплюсь, все нормально. Берите. Нам килограмм этого и килограмм того. Все, почти без дачи. Тебе что-то взять? Да, и да. И белую черешню. Черную ягодку? Черную? Хорошо, давай сейчас возьмем. Надо тете, чтобы дала. И одну баночку нам вот этой ягодки. А почем каучик? Надо взвешивать? А почем арбузы уже? 70. Понятно. И что, вкусный? Блин. Забирай. Дай попробовать. Стаканчик. Понятно. Арбузы уже, говорят, сладкие. Но по 70. Да их еще нельзя. Подождем чуть-чуть? Конечно. Хорошо. Так, ладно. Только не урони. У тебя же ты уже купила? Ну, я сказала. Ага, давай чуть-чуть. Пакетик возьмем. Давай. Та-дан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 -д
клубника? Кушай свою ягоду. И что, прямо вкусно? А ну дайте я попробую одну. На. Не, я не надо. Да куда ты ей даешь? Ну так она сейчас расстроится. Точно, что сенсация. Очень вкусная. Но мы сегодня по абрикосам. Спасибо огромное. Давай, ты меня угощаешь? Попробуй. Пошли. Ты дачу забрал? Поехали за копченым. Шушо? Дачу забрал? Обижаешь, конечно. Что нам надо еще? О, все уже, ты видишь? Ох, это вообще смотри. Просто моя любовь. Так что взять тебе попечь? Да ты же не попечешь. Только возьмешь. А потому что у меня еще мангала пока слушай, нет правильного. У Милани нету там капусточки, ничего такого нету. Сейчас организую. Как вот, ты имеешь в виду молодую капусту или цветную, или брокколи, что? Да хоть что-нибудь, Серёж. Е-е-е-е-е-е. Кабачки еще остались? Один, да. О, так я знал, куда идти. Здрасте. Доброго дня, да. Доброе утро. Что, у вас есть все, кроме брокколи, как всегда, да? Нет, брокколи. Тю ты. Ладно, давайте нам вот такую. Возьми или одну тут крайний, такую, затем одну занимать обычную. Очередь. Не, можете брать, что вам треба? Все, а нам обыкновенную капустинку, вот такую ребенку, и какую-нибудь красивую цветную. О, давайте вот сюда. Сереж, пару перчиков возьми. Зеленых наших или подороже? Нет, зеленых наших. Но они не настолько подешевле. Ну, возьми наших просто. Хорошо. И вот две морковочки. Так, Катя, слышишь, об этот перец уже можно и пострадать. И ты посмотри, какой, елки-палки, а? Вот это уродило. А что, два тебе хватит? Да, мне Милане только. Да там столько зубов, чтобы показать. А ну, смотри, ам, ам. Сейчас раз, только и одна ручка в руках осталась. Так, это и это. Все. Спасибочки. О, тут в тенечке уже хоть можно кабриолет приоткрыть.
Да, то ж, скажи, жара такая. Это папина бусинка. Вылета. Вылета. Ну, не знаю. Ангелы, дай Бог. Спасибо, спасибо. Вылетай, папина. Кабачок, да, давайте, небольшие парочку, поменьше которые. Да дайте и цукини. О, о. А что ты там ешь? Сейчас посыпется. Да, ногами, ты сейчас там сделаешь себе компот. Смотри, я тебя сейчас научу. Она хотела просто присесть. А, ты устала? Сесть на пенек, съесть пирожок? Все, да? Ноги болят. Моя ты хорошая, надо тебе еще одну коляску. Давай. И вам огромное спасибо. Так. А, вижу, вижу, вижу. Сейчас, сейчас возьму спасибочки. Все растеряли. Ягоду разбросали. Ульянка. Давай, зайка, пошли. Тарам-тан-тан-тара-та-тан-дам. Что над городом цветет, наш Константин берет гитару, тихим голосом поет. Сереж, так. Ты уже столько набрал, что уже ничего не помещается. Ну что-то мы еще должны всунуть аккуратненько. Спасибо огромное. А что тут получается по-другому? Мы пошли покупать все на суп, а мы еще для супа толком-то ничего не купили. Горох и копчение. Ребята, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Здрасте вам, здрасте. О, какая оранжевая помидора. Так вот это тоже, елки-палки. Тихо, сейчас получишь локтем по фильмоскопу. Обалдеть. Ты видала, какая красивая? Да, настоящая. Ага. Ты что? Таня. А почем это абрикосовая помидора? Почем это абрикосовая помидора? Понятно. А страшная какая. Смотри, люди просто разбирают. Баба. А дайте нам тоже вот самых корявых. Иди очередь занимай. Штучек. Постой. Штучек 5. Да. Да-да-да-да-да-да-да-дам. Наш Константин. Я даже не сомневаюсь. Гитару. И тихим голосом поет. Держи, сука. Чем страшнее, тем вкуснее, да? Конечно. Помидорка мясистая. Миланюшка. Хочется бай-бай, да? А ты шо? Порядок вкусный. Ты шо? Оператор сыкие помидоры. Положили, а? Страшненькие, красивенькие. Прямо аж сок течет. Так, шо? Кто крайний? Занимай, покупай горох и килограмм. Не трогай ручками. Понятно, что нравится, но нельзя. Тебе сколько нужно, Сереж, гороха? Да килограммчик. Да, 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 да. А, что? Да я вспомнил, как я люблю гороховый суп. Ох, как здорово. За мной. Тут платье, халаты, да, он будешь бабушкой, купим тебе халат. Поняла? Станешь тетей, купим тебе платье. А сейчас пока, пока бегай в шортах. А ты откуда знал, что у меня деньги есть? Ну, 22 гривны найдется, я думаю. Да ты же мне поднакидала здесь. Ох, да не подсматривай, елки ты палки. Хорошо. Сколько там, 22? Да. Почти без дачи, хорошо. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Опля. А он там стоит, работает, елки. Что это такое? Хлеб? Здравствуйте. О, ничего себе. Ничего себе у вас хлеб, ешкин. А где вы такой взяли? Здорово. А не, нам пробовать не надо, дай нам, продай нам кусочек вот этого, который остался. А кваса что-то? Домашний, настоящий? Конечно, ну, кваса. Печной? Обалдеть. На сухарики сегодня пойдет. И квасика возьми, ребят, угостим, пару бутылочек. И нам 2 литра кваса, ой, 2 бутылки разного кваса. Вкуснячий. Пробовать не наливай, потому что на самом деле это очень вкусный квас. Ульянка. А более хлебный? Не, один такой, один такой. Один такой, другой такой, да. И живой, и хлебный. Ульяночка. Тут что не квас, то шедевр. Скажи мне, нас на барахолке каким угостили, цветочно-медовый, и не осталось. Я бы тебя угостил, попробовал. Вкусный такой. Кстати, надо к нему заехать там.
подарок имеется. Так, я рассчитываю, да, сегодня. Вот это что-то случилось в Одессе. Деньги у меня появились. Так, что почем 140, да? 140. Да, и... А хлеб? А, еще и хлеб. Все вместе? Спасибо. Сейчас ракую. Сейчас я иду помогать. Помогай. Да, сделаю, что-нибудь придумаем. Поставим стол, плиточку положим, да? И будешь разукрашивать. Давай. Все, братцы, спасибо огромное. Чао, какао. Спасибо. Помчались. Здравствуйте вам. А вы на старом месте, все в порядок, да? Все, шикардос. И мы тем же маршрутом. Сделаю тебе дом, да. А купи мне... Миланька, ты уже доела хлебушек? А? Али не доела еще? Катюнька? Все, почти закончили, правильно? Да. Купили копчености? Скажи мне, а помимо копчености, мы мясо возьмем, кусочек свеженького. Зачем? Ну ты шо? Так можно и копченое все взять. Ну копченое для аромата, для пососать там эту какую-то косточку. Ну, а само мясо? Ну говядина кусочками вот такими. Что? Не знаю, как скажешь. Ладно, чего с тобой советуюсь? Хотя бы курочки надо взять. Нет, Уляночка, идем. Вот курочки, да, она мягенькая будет, кусочками такими аккуратненькими. Так, а вот так, курочка, так. Сереж. Да ты что, курочка, я хотел говядинки взять. А? Филе куриное. Давай возьмем кусочек говядины. Миланька, ты когда увидела колбасы, аж пищать начала. Ребята, слышишь, а что вы забаррикадировались? Ё-моё, ай как? Куда а слюни, куда слюни девать? Не, кондиционер поставили, чтобы продукция была хорошая. Я непривычно с вами вот это жестами разговаривать. Катюша, занимай очередь, идем посмотрим, что нам надо. Я могу, пока ты здесь в очереди стоишь, сбегать к Жеке за кусочком. Да нет, уже мяска. Давай вместе побежим. Все, бери вот себе вот ребра. Я вчера возьмем, брала, да? Такие, хорошо, да. Кто крайний, с какой стороны? За вами? Все, я здесь. О! Посмотри, какая прелесть, тебе видно? А? С мясом. Что, еще и по черенку может кусочек? Давай я такую зажарку сделаю, ты обалдеешь. Панова, тихо, Заза идет. Панова в меня влюбишься. Заза, здорово, привет. Здорово, нормально, великолепно. Стой. Тю, стараюсь, елки-палки. Я вчера побрился, сегодня постригся. Свежестью. А, ты ж, не, ну у тебя лучше, у тебя аж блестит. У тебя коляска. Катенька, вот твоя коляска. А у нас сегодня их несколько. Одна в коляске. Привет, здорово. Вы там так работаете, что даже не отвлекаю. Та очередь у них. Слышишь, кондиционер за себя сделали. Вот молодцы. А ты что думаешь? Вот это уровень. Так, тут главное очередь не профукать. Вкусный бубличек? Не, я по отдельности, но ну, вместе вот. Мы здесь вместе. В нашей стране нельзя вот так, чтобы были вместе. Еще пока нельзя. А, вы за это? Да. Ты же бублики дал? Натуральный шашлычный. Слышь, смотри, злой соус. Похоже почти как на... Это Галкиным надо отправить. Галкин, у вас такого нет. А? Пиши адрес, мы отправим тоже вам. Наши соуса, а? Против американских. Кто кого? Что? Отловился, думал, короче, этот самооткрывающаяся квасоля. Нет. Это бумажка, упаковка. Так, ну что нам? Ох, какие мясные, ох, какие мясные. Скажи мне, а ты ребрышки что еще будешь брать? Ребрышки, кусочек мяска и маленький кусочек почеревка на обжарочку. Что, я наконец-то дошел до своей мечты. А дай-ка вот тебе вот ребрышки, вот те же сверху лежат поближе к тебе, очень мясные. Ага. Катюня, иди показать. А ты хочешь мне прямо все дать? А, ну отрежь мне сколько надо. А ты думаешь, он знает, сколько ему надо? Ну у меня афганский казан. Ну давай чуть-чуть больше половины вот это вот к тебе. То будет сильно по-богатому. Вот так вот, да-да-да, шикардос, да. А ты посчитай, сколько там человек, хотя бы каждому по ребрышку. Катюша, я их еще наполовину в рублю хватит, даже если мы гостей позовем. Почеревочка кусочек.
Небольшой. Получился серебром? Получился? Что? А то, что мы у вас берем, у нас все получается. А ты только себе кофе сделал или это ты мне мешаешь? Ты мне мешаешь, как я люблю сахаром? Давай, спасибо. А то я утром встал. Все комментарии твои под этим видео. И, кажется, не успел ничего. Почеревка кусочек. Да небольшой, половину от этой половины, можно? Да, да, да. Да возьми уже кусочек, что ты положишь. А, от этой половины. Все. О, 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 да. И то, что у тебя в руке, угу, остается. Шикардос. Да, если я с ней поделю. Вот ты. Мне как без это? Молока. Как это? Вот наглая, вот наглая. Че я наглая? Я думал, один на двоих, а ты говоришь. Наглая, она своя. Да, я понял. Так, сколько денег? Вряд ли у меня хватит, но я попытаюсь. 330. Да я дам. Не пытайся, Сереж. Да, у меня не хватит. Здравствуйте вам, салют. Здравствуйте. Как жизнь? Великолепно, он стоим в очереди. Все уже стояли. Денег у него, как всегда, не хватает. Спасибо. Здравствуйте, возьмите. Ой, какое копченое. Взаимное вам. До свидания. Сдачу забирай, Сережка, так и быть. Ты что такая добрая сегодня? Вот то, что я тебе вчера провел с собой инструктаж, так подействовало? Ты еще не извинился за вчерашний инструктаж, он со мной провел. Да я вчера пиво попил, понял? Включил мужика. Рассказать? Не надо, не надо, не надо. Как он мужика включил, а то я сейчас расскажу. Не надо. Ему две, а мне не одной. Не, не, хватит одной, у тебя же братская, хорош, одной, да. Великолепно. Скажи мне, а мы ребенка нашего красивого не профукали, где она? В игрушках она. Смотрит. Да? Говорит, я посмотрю. Слава богу, что на базаре есть игрушечные вот такие вот контейнера. Знаю, ну а что ты, отвлекает, конечно, оставил. Главное, чтобы человек был хороший, надежный. Да иди себе по базару, гуляй, вон. Много кто без детей ходит. И все много вообще детей. Кто живет без детей? Ребята, ну так нельзя. Ой, спасибо. Спасибо большое. Детей надо иметь как минимум пятерых, как у меня. Так за это и выпьем. Сказал, аж даже не вздрогнул. А что? А что? Вот так вот ребенок, пока стояли в очереди, взяла и уснула. Янечка. С бубликом в руках. Ты моя принцесса. Пойдем, папа нас ждет, зачемыш. Давай, бай-бай. Что, моя хорошая? Ну, лишь бы вот что-то. Вот тебя так вот положить. Папина радость. Все. Так, один случился уже. Спасибо огромное. Ох ты шо, какой перец. Катюня. Купи мне 3-4, пусть растет. Ну, хорошо. Где Ульяна? Ага, а вот она. Пошли туда, быстренько. Я знаю, куда. За кусочком. Дворов по 100. Оп, а ну-ка. Дружок, проходи. Здрасте, здрасте, здрасте. Не трогай. Здравствуйте. Косточку, может, не косточку. Что, где вас Женя выходной, да? А дайте нам кусочек чего-нибудь, да, вот так вот. От этого половиночку. Да. Давайте я вам вкуснее мясо. Давайте вкуснее. Вот, вот это, да. Все, мне надо чисто на гороховый супчик, много не надо. Все. Почем оно сегодня? Спасибо, 250-220, можно торговаться, договорились. Сейчас сдаю. Нет, сегодня нет. Ты шо, Катюня? Что, Серёга? Делай так чаще, елки-палки, так я перестану эту фразу говорить. Оператор, бабки гони. Ты видишь, какой я неприспособленный, я даже не умею их в руках держать, потому что... Помочь тебе подержать? Потому что... Помочь? Может, ты хочешь сказать, что ты еще и в купюрах не разбираешься? Нет, да? Я разбираюсь. Просто... Ты меня довела до того, что я теперь деньги не умею. Здрасте, здрасте, здрасте. 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 Конечно, с удовольствием. Сейчас сколько? Вот так вот, все правильно. Спасибо огромное и вам. Это все на вашей совести. Да ты что, вот да. Это вот, елки-палки. Вот ночницы и жор, что вы начинаете. Да, ребята. А ты дивись, какая родичь побачила. Елки-палки. Не едино. Ми розлучалися, що якийсь день ви не вийшли. Ага. Куча возмущений. А це як заснути? А пересматривайте старые видео, их там целая куча много. Оператор, на кого улыбаемся? Дедушка. Эх, ты шо? Вот, порядок? Вот и Катюня. Ребята, обязательно наши видео смотрите не на голодный желудок, да. И дивимось, и подписываемся, и денежку там кидает постоянно. Спасибо, все идет на добро, да. Да. Спасибочки, спасибо вам огромное. Это не случайно, мы с Вінницької області. Ага. Приехали, я легкая, шок.
сейчас идем по Киевске и чаем ликованчика. Ты что, вот видите, как случилось? Только что идем, когда тут молочко, они покупают там, пацаны, какая с курочками. Мясо, все здесь под боком, так что. Дня не мое без вас. Спасибо. Включай родичей наших. Спасибо огромное. Катюня, ребята, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня так вот встречал родственников детский Липован. Всем пока-пока. Чао. Все, порядочек. Погнали мы готовить. Обязательно. Все будет доброе. Будьте здоровенькие. Валим. Спасибо.